Компания «Электромотор» представляет вашему вниманию стабилизатор напряжения Luxion LDS 2500 Servo. Стабилизатор имеет удобный и сравнительно компактный дизайн. Весит 6 кг. Мощность прибора 2500 Вт. Прибор имеет две евророзетки с заземлением и LED-дисплей входного и выходного напряжения. В приборе присутствует автоматический предохранитель-регулятор высокого напряжения, короткого замыкания и перегрузки. Стабилизатор имеет встроенный сетевой фильтр помех. Тип стабилизации – сервомоторный. Данная модель стабилизатора напряжения предназначена для защиты одновременно нескольких устройств небольшой мощности, например, телевизора и микроволновой печи. По вопросам покупки стабилизатора напряжения Luxion LDS 2500 Servo обращайтесь в компанию «Электромотор». Телефон в Киеве 5 30 38.